Живем под тенью древа мудрости, изредка пытаясь прочесть мир в узорах земли и каплях дождя, пока не обратимся в белых птиц и не взлетим на ветви, чтобы наконец отломить последний, самый важный лист. Когда-то одной мне во всем этом мире доступны были сны. И тогда мне снилось, как однажды все люди смогли по ночам погружаться в грезы. Чудные и чудесные видения порождали их умы. Одни опускались к недрам, другие воспаряли в небеса. Подобно большой сияющей сети они соединяли все сущее. Малые волшебные миры среди плеяды других миров. Место, где все судьбы переплетаются воедино. Постепенно я поняла, эти неописуемые переменчивые сущности заключают в себе величайшую в мире мудрость. Только людские сны могут окончательно изгнать безумие. Только во сне можно пробудить сознание из самых темных глубин. Было строить гипотезы и всегда находить на них ответы. Спасти мир с помощью снов его жителей. Таким всегда оставался мой ответ. А теперь в ваших руках найти ответ, что подойдет именно вам. Я верну сны всем своим подданным. Жители Сумеру, прощайте. Пусть этой ночью вам приснятся сладкие сны.